Ребят, привет всем. Ты что так рано пришел? Ты что так рано, Гена? У меня тут проблемы. Мало того, то, что я заболел, мне плохо, тошнит и все остальное. Так прикиньте, на улице одна кошка подошла и сказала то, что собаки говно. Не прикиньте. Переживай, деточка, не переживай. Я знаю, как разрулить эту ситуацию. Вот давай нам помогут наши зрители. Кто, ребята, любит кошек, ставим лайки. А кто любит собак, ставим большие пальцы вверх. И также надо написать еще в комментарии, хэштег собаки лучше или хэштег кошки лучше. Тут как бы... Да, ребят, согласен. Можете меня уложить, пожалуйста, мне очень плохо. Гена, а мы в футбол пойдем играть? Ой, не сейчас, дружок. А это ты притворяешься, чтобы не делать домашнее задание? Не, мне честно очень плохо. Гена, ну если ты сделаешь мне домашнее задание, не скажу родителям. Да, дружок, ну что ты делаешь? Ой, не туда пошел. Не, я забыл. Давай, вот тут, давай, ложись, Гена. Ох, кровать. Хорошо, тебе лучше? Да не, мне очень плохо, малыш, мне очень плохо. А что тебе нужно? Я, малыш, принеси, пожалуйста, чаечек мне, пожалуйста. Бегу, Геночка, Ген, ты какой, Ген, дружок, ну иди, пожалуйста, мне очень плохо и так без тебя. Ген, ну что ты притворяешься? Да, мне честно очень, да нет, я даже со школы отпросился, меня тошнит, голова кружится. Завтра контроль на работу, конечно, вот ты так вот взял и заболел летом. Я уже несу, Геночка, с сахаром или с молоком? Сахаром, малыш. Так, сахар досыпал. И мне, малыш, захвати, и мне. Бегу. Ген. Да что? Гена, на. Да. О, спасибо, малыш, спасибо. И тебе, дружок. О, вот это вот по-пацански, я потом пойду. Геночка. Ой, не знаю, какая-то подушка очень колючая. Можешь поменять, пожалуйста, малыш? Конечно, бегу за подушкой. Мне тоже подушку захвати. А мне мячик захвати, я там на первом этаже мячик оставлю. Ну можно потише, ну дружок, пожалуйста, а не сегодня, оставь меня в покое, пожалуйста. А где мячик, дружок? Завтра мы пойдем поиграем в футбол. Ой, если будет лучше, не знаю пока. Уже бегу. Ой, как же плохо. Подушка. Тоже подушка, дружок. Спасибо. Малыш, у тебя градусника нету случайно? Я чувствую, у меня температура. Мама еще не пришла, я не знаю, где градусник. Ой. А я помню, меня мама учила, то, что нужно пропотеть хорошенько. Я выздоровею. Давай его в ванной искупаем, дружок. Думаете? Ну, давай, тащи его в ванну. Ой. Ген. Давай. Пошли. Давай. Ой, да не бей, да мне и так плохо. Шевелись. Ой, где? Тут, не тут? Нет, не тут. Вот тут. Догоняй. О, ух, какая ванна у нас. Ныряй. Так, я сейчас тебя помассирую тут сейчас. Спинку потри, пожалуйста. Да, я тебя поливаю тут этим. Вот поливаю шампунем. Гена, а мне задали сегодня домашнюю работу, короче, да? По биологии. Ты дружок, можешь... ну что ты делаешь, боже мой. Ну какую я себе даже не буду делать? Думаешь, я тебе буду что-то делать? Ну, Гена, ну ты обещал. Ой, ну давай не сегодня, пожалуйста, так, дружок. Я все расскажу родителям, что ты притворяешься. Да не притворяйся, ну он дебил, малыш, скажи, он дебил. Ну блин, ну и дружок. Ну не притворяйся. Ну его плохо, ты смотри на его сбито, он жалко. Мне очень плохо, дружок. Я пойду поиграю в футбол, разбирайтесь тут сами со своими ваннами там. Вот тебе хорошо, я тебя вроде помассировал. Да. Вот ты, малыш, нормальный, ты видишь, он вообще обо мне не заботится. Вообще, дружок, офигел. Так, что тебе еще сделать? Ой. Вроде нормально. Я не знаю, ну, может лапки мне помассируешь? Лапки, значит, помассируешь? Да. Дружок, какого черта ты мне не помогаешь? Почему я делать один? Почему? Отстань от меня, у меня вообще очень много дел, я занят, я играю в футбол, понимаешь? Почему? У меня завтра. Почему? Школой, понимаешь? За двор. Ну не бейтесь, пожалуйста, да хватит, все, не бейтесь. А что это ты вдруг-то соскочил, ты из ванной? Да просто, чтобы там дружок, разнять вас. Ой, как плохо. Ты говоришь, что он притворяется? Да не. Не. Или я звоню родителям. Да мне плохо, я иду прилягу опять, мне плохо. Ты посмотри на него. Ой. А ну бей его, дружок. Ой, да, а у меня еще одна пара в школе, так? Все, получше, пожалуйста, не бейте меня. Нет. Пожалуйста, нет! Я сделаю домашку, не бейте, пожалуйста! Коронный номер! Нет, коронный номер, куда с голову в землю! Сейчас, да. Опа, ты да! А ты пошел! Да мне реально плохо, ну малыш! Обманщик, все обманщики! Все, дружок, пойдем! Будешь мне показывать свой. Вот так будет показывать. Пойдем.
Ну, ребят, ну простите, но я не хотел. Мне просто школа надоела уже, честно. Делай мне домашнее задание, быстро. Вот делай мне домашнее задание, отрабатывай. О, ну ладно, пошли в дом сделаю. Давай, 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 дружок, покажи брейкданс. Дружок, давай. Я спрятался. Качай, качай, качай. Я брейкданс. Воу, йоу-йоу. Давай, давай, еа. Ребят, ребят, возьмите меня, пожалуйста, с собой. Мне скучно. Ну, пожалуйста. Делай домашнее задание, работай, работай. А вы не будете обижаться, если я вам наставлю кучу лайков, пожалуйста. Кучу лайков мы любим, да. Все, я тогда вот прямо сейчас поставлю лайк, вы больше обижаться не будете. И комментарии вы тут напишите. И комментарии, да, напишу там, собаки крутые, да? Да, собаки крутые пишут. А кошки? Ну кошки, я не знаю, тоже может кто-то любит кошек, но я не люблю, конечно. Ну да, мне кажется, кто любит кошек, напишет кошки, а кто собак, собак. Ну все, короче, я поставил лайки, да, всем поставил лайки, все, вы со мной дружите. Работать, деньги. Ладно, ладно. Давай брейкданс, дружок. Брейкданс. Йоу!